Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Перед нами бумажник Nomad, хотя он и выглядит как обычный кошелек. Внутри него спрятана пара сюрпризов. Nomad — это еще и портативная запасная батарея для вашего смартфона. На первый взгляд, это бумажник. И хороший бумажник. Nomad не идет на компромиссы, когда дело доходит до выбора между качественным исполнением и технической составляющей. Он сделан из черной софьяновой кожи с штрихованной текстурой, что обеспечивает хорошую износостойкость. Для тех, кто не знает, софьяновая кожа – это прессованная кожа. Здесь отчетливо видна штрихованная текстура, а также нанесен слой воска. Материал выглядит классно, водонепроницаем, не пачкается и не царапается. В общем, очень износостойкий. Края бумажника прошиты, а внутри вы найдете 6 кармашков для карточек и отделения для купюр. Хотя кармашки рассчитаны на одну карточку, туда легко поместятся 2. В сравнении с обычным бумажником, у Nomad примерно такой же размер, толщина и вес. Также он удобно лежит в кармане. Теперь перейдем к технологиям. В бумажник встроена батарея 2400 мАч, в корпусе из стали и пластика, так что ничего страшного, если вы сядете на него. Так как же заряжать с его помощью телефон? Создатели продумали этот вопрос. Вместо таскания с собой кабеля, в бумажник уже встроен сертифицированный Apple кабель Lightning с версиями microUSB или USB-C в будущем. Заявлено, что батарея хватит на полный заряд iPhone 6 или 6S. У меня iPhone 6S Plus, и хотя полностью батарея не зарядит его, это отличное подспорье к заряду. Nomad – это отличное воплощение технологий в такой повседневно используемой вещи, как бумажник. Бумажник постоянно при вас, как и телефон, так что такое сочетание – это отличная идея. Nomad выглядит как бумажник, весит немногим больше простого собрата и обладает полезной функцией зарядки. Он стоит $99, что не так плохо, учитывая, что это качественный бумажник и портативная батарея в одной вещи. Nomad можно заказать на официальном сайте. Это отличный подарок для техногиков, путешественников, да и вообще для любого человека. Не забудьте подписаться и лайкнуть. Увидимся!